Ого! Всем привет из Кемера! Вы на зеленом канале, и с вами я, Алексей. В этом выпуске я хочу показать вам, как Кемер готовится к началу летнего сезона. Вернее, в Кемере он уже наступил, сезон. Много ли отдыхающих? Какие отели открыты? Как у нас дела с лежаками и морем? Давайте прогуляемся по весеннему Кемеру. Сегодня у нас вторая половина апреля, а если точнее, 24 число. И посмотрим, как тут у нас все начинает запускаться. Есть ли туристы? Я наблюдаю, что туристов много. Вот, пожалуйста, можно, так сказать, лицезреть. Сейчас идут работы по установке муниципального пляжа. То есть сейчас вот это вот муниципальный городской пляж, то есть народный пляж называется. И здесь еще работы идут по запуску, соответственно. Устанавливают деревянные настилы, дорожки. Лежаки еще здесь не стоят, но работы идут. Соответственно, даже уже подключили, работает сейчас душ. Передевальные кабины, при отелях работают лежаки, значит, отели запустились и работают. Мне очень интересно, вот эта четверочка, ой, какой здесь вид, друзья, волшебный, красота. Ох, сейчас, друзья, отсниму вам, как у нас Кемер готовится к сезону, и надо будет, очень хочу занырнуть в это замечательное, шикарное море. Средиземная. Ну, я, наверное, на лунном пляже поплаваю. Заодно с камерой поныряем. Посмотрим, как там водичка. Ой, вид, конечно, красота. Ой, какая прелесть. Видно вот эти горы с этого пляжа. Это божественно. Так, друзья, давайте пройдемся вдоль основных отелей 4- и 5-звездочных и посмотрим, работают они. Ну, судя по тому, сколько лежаков стоит и спуск в воду, то работают. Возможно, они только еще запускают. Работы в отеле идут, а вот если постояльцы не... Еще непонятно. Давайте подойдем, да все посмотрим. Лежаки сейчас прям устанавливают. И, соответственно, ну, я думаю, что на майских-то однозначно все заработает. Так. Садовники работают. Ой, какой красивый сад. Убирают, моют. Персонал... Есть, может быть, с мая откроются. Уже готовность, уже вот на низком старте. Называется The Blue Flamingo Lancora Beach. И здесь же, соответственно, Lancora Beach отель. Это у нас 4-звездочный. Да нет, вроде работают официанты. Все есть. Работа, так сказать, кипит. Где-то еще что-то подкрашивают. Да, друзья, когда мы с вами были здесь в ноябре, вернее, в начале декабря, как раз когда все закрывалось, а сейчас все распустилось, цветет, настроение здесь ощущается, готовность к запуску, к отдыху. Какой же здесь красивый вид. Кстати, мне очень территория отеля нравится. Она небольшая, но при этом зеленая, много цветов. До пляжа тут буквально вот. Такой очень приятный такой отельчик. 4 звезды. Да, как вариант. Надо будет посмотреть, сколько в этом сезоне, какая цена будет при бронировании. По набережной пройтись. Набережная тоже подготовлена, в принципе. Здесь деревья подстрижены. Лежачки вот, пожалуйста, моют. Море. Виды шикарные.
Так, друзья, а вот здесь трешечка идет, наверное. И туристы купаются, столики, обед, наверное, идет. Ну, такой небольшой отельчик. Пирсы уже сделали, кстати. Это хорошо, можно на пирсе позагорать, это классно. Да, небольшой такой отельчик, Викинг называется. Уже туристов достаточно много там. Ой, какой вид шикарный на вот эту заснеженную гору. Главное, отельчик, да? И вот эта вершина заснеженная еще. И температура плюс 30. Обалдеть. Ну, здесь еще какие-то частично работы идут. Ну, уже какие-то отели открыты, уже туристы есть. А в каких-то еще работы только идут по запуску. Вот, например, отель Фамы Бич, он еще даже вот как-то не работников не наблюдаю. А вот его же, скорее всего, сеть, ну, 5 звезд, который и зимой работает, как мы с вами в прошлых выпусках тоже смотрели. Он и зимняя концепция у него тоже работает. Так вот, он, наверное, я думаю, сейчас заполнен отдыхающими по полной. Интересно мне еще, как те пятерки крупные, до них тоже давайте пройдемся. Да, вот у них, пожалуйста, пирс работает, лежаки работают, территория ухожена, люди отдыхают, балдеют, зонтики, бассейны, цветочки. Вот давайте сейчас, у них здесь термометр есть, посмотрим, какая температура. Отдыхающих много, лежаков много. Ну, в сезон, конечно, будет еще больше. Ой, какая прелесть. Цветочки такие яркие. 34 градуса, друзья. 34. Вот, внимательно показываю. Время 13:37. 34 градуса. Жак, жак. Бассейн уже наполнен. Обед идет сейчас. Ну, классно, классно. Отдыхать, конечно, это здорово. Тут, кстати, рыбки плавают интересные. Такие черненькие, маленькие. Там на дне какие-то темные, видно, камни или что-то. Надо понырять тоже будет, поплавать. Так, а вот у нас идет Golden Lotus, тоже работает, тоже уже люди отдыхают, ну, поменьше чуть-чуть. Вот их территория, значит, тут охрана, все как положено, лежаки, охраняемая территория, и здесь сам отель. Люди уже кушают, идет обед. Красота, друзья. Но пирс у них еще делают. Пирс еще не до конца запущен. Пирс запущен вот у нас у Фамы Резиденса. Там и спасатели. Ой, вид-то какой красивый. Да, обожаю Кемер, конечно, что не говорить. Кораблик плывет. Красота. Виды, ребят, потрясающие. Камера вот не передает она вот этот объем. Вот эти монументальнейшие Тарские горы, которые нависают буквально по ощущению. У камеры чуть-чуть вот она передает. На самом же деле, в реальности, это, конечно, выглядит достаточно эпично. Цвет у воды интересный. Красиво выглядит. Но какие-то отели еще даже вот работы толком там только-только. Ну, поменьше, это видно, трешечка, наверное.
только запускается все. Ресторан вот восстанавливают, работы идут неспешно. А это да, это пешеходный променад, который для этих отелей. И здесь же небольшие кафешечки. Недалеко от центра города, в принципе. Дискотеки, скорее всего, еще рано. Не настолько много отдыхающих, чтобы... Ну, дискотека, наверное, запустится после мая. Посмотрим, давайте, там у них, скорее всего, будет расписание. Это не дискотека, а ночной клуб. Кристалл называется. Да, отдыхающих уже достаточно много. Ну, сами все можете наблюдать. Да, атмосфера здесь, конечно, атмосфера отдыха, нечего сказать. Приятно. Красота. Да, Кемер, конечно, очень красивый курорт. Люди приезжают и на 10 дней, и на 7, и на 10, и на 12, и на 14, и на 21, и на 24 есть туры. Очень по времени достаточно большой диапазон выбора. Ну, соответственно, и цена отличается очень сильно. Хотя, да, существенную роль, конечно, в цене в тур включен это авиаперелет. Он, конечно, дорогой. Ой, друзья, да. Так, ну дискотека еще, как я и говорил, не запущена, но на афишу посмотрим, когда в обратную сторону уже пойду. Потому что я потом хочу еще до лунного пляжа дойти и там искупаться наконец-таки, потому что жарко невозможно, друзья. 34 градуса на солнце. Ага, здесь второй городской пляж. И на городском пляже людей уже не так много. Пожалуйста, волейбол. Площадка для игры. Да, народный пляж под номером 3. Уч Кемер Бельдейси, Халк пляж. И здесь стоит, соответственно, экскаватор для, наверное, того, чтобы привести здесь все в порядок. Да, здесь какие-то лежачки привезли, работники и так далее, и так далее. На городском пляже еще лежаки не стоят. При отеле они стоят. Это отель или? Да, скорее всего. Настилы. Выйдем к морю. Да, а здесь просто городской пляж. Местные сюда приходят, здесь плавают. Рыбку парни ловят. Ой, какая прелесть. Водичка прозрачная. А вот крупные отели, вот Бокс Роял пятизвездочный, вот этот, может быть, они и работают, но туристов немного. Они или еще не работают, но мне кажется, они вообще зимой работали, поэтому сейчас должны работать. Просто туристов там еще немного. В основном все на побережье, потому что вот эти маленькие отели, хотя и пятизвездочные, туристы предпочитают поближе к морю. Здесь до моря идти немножко надо. Ну да, он работает, просто туристов немного. А? Шелковица у нас, тутовник. Здравствуйте. Здравствуйте. Тутовник у нас. Очень вкусно. Да. Угу. Сладенький он такой. Ну сейчас, когда он созреет, когда он темный, тогда он будет очень сладкий. А сейчас он такой
кисловатый будет. Горы, горы, красивые. А отель в голландском стиле, постояльцев пока не наблюдаю. Красивый такой, да? Ну, сейчас давайте пройдемся рядышком. Отель называется Orange County, это который в голландском стиле сделан. Туристы есть, он скорее всего работает, но опять же немного. Потому что вот на аренду всякие разные вот эти вот штуки стоят. Амстердам Централ. Работает фонтан, работает. Сам отель значит работает, просто еще туристов не сильно много. Вот эти трешечки, да, они как бы видно, что еще не запустились. Кемер Барут отель. Ох, друзья, ну и жарко ж сегодня. Так, сейчас на пляж однозначно. Еще надо зайти перекусить. Угадайте в комментарии, куда я пойду. Зайду на перекус. Кто давно смотрит канал, тот примерно может предположить. Да, тоже открыт, тоже работает, но постояльцев буквально единицы. Или это работники, не очень понятно. Ну и дальше, соответственно, с отелями ситуация похожая. Тоже, скорее всего, вот-вот-вот откроются, называется. Хотя вот туристы откуда-то оттуда идут. Но сейчас туристов не так много, как будет сезон, конечно. Ну вот так. Так, друзья, ладно, уже что-то совсем жарко, уже второй. 2 часа дня уже, не второй. Поэтому давайте-ка с вами пойдем на пляж сходим, поплаваем. Ну да, сначала зайдем перекусим, а вы пишите в комментарии. Куда я сейчас намылился на перекус? Так, ладно. Все, дальше, наверное, нет смысла уже идти, потому что там отели примерно в таком же точно в состоянии предзапуска. Ну какие ж тут горы красивые, а, друзья. Сейчас вот так вот. Во-во-во-во-во. Во, все, камера схватила нормально. Иногда в комментариях спрашивают, как из Кемера доехать до Анталии в магазины, пошопиться и так далее. Вот, пожалуйста, вот здесь автобусы стоят возле башни ресторана. Здесь такой небольшой парк, сейчас вам покажу симпатично. А здесь, возле вот этого шпиля башни часовой, стоят автобусы, которые, собственно, едут до Анталии. Возле таких знаковых мест, конечно, люди фотографируются. Фонтаны. Ой, друзья, купаться хочется, уже сил нет. Жарко, жарко. На главной улице пешеходной. Кафешечки открыты. Ну, цены такие сейчас стали, конечно. К 100 лирам почти все. Паста какая-то 60 лир. Ценник, конечно, подрос. Даже если перевести на другие валюты. Фонтаны запустили. О, радость какая. Да, кстати, приятно, когда жарко и фонтан. Пешеходная улица Кемера.
немножко вам атмосферы такой курортной. Еще толп народу нету. Но днем, скорее всего, люди просто отдыхают, загорают, купаются, а вечером променад уже заполнится. Потому что люди уже пойдут по магазинчикам сходить и так далее, и так далее. Ну вот по вот этим магазинчикам. Здесь и одежда продается, и серебро, и чемоданы, и что угодно. И золото, кстати, вот мужчина подсказывает. И духи. И всякие сувенирные продукции. В общем, все, что нужно туристу на отдыхе, пожалуйста, здесь присутствует. Ну, здесь трешечки отели вот эти. Это отели. Часть жилые дома, а часть отели. Друзья, которые спрашивали, где, куда переехал магазин Вайкики, потому что на старом месте он сейчас не работает, а работает он вот здесь, на этой же пешеходной улице, двухэтажный, два этажа занимает. Ну, почти два. Второй этаж и часть первого. Недалеко от парка. Друзья, кто написал Макдональдс, да, конечно, тут прав. Зашел я в Макдак, но не могу я себе отказать. Ну, такой вид, сами посмотрите. На Марину, на местную. Согласитесь, прикольный вид. Но в оправдание скажу, что я взял поесть всего лишь детский бургер, детское меню. Ну и колу стандартную. Ну ладно, друзья, будем кушать. А у меня уже что-то камера, по-моему, разряжается. На пляж не хватит. Поставлю пока ем на зарядку. Перебазировался в другое место немножко, потому что люди ушли и вид на порт. Зацените, ребята. А я пить хочу, у меня просто сил нету каких. Как пить-то охота. Жарища, что поделать. Втыкаем трубочку. Ой, друзья. Ледяная кола. Именно то, что сейчас нужно. О, жарко, жарко. Ладно, друзья, буду кушать и ставить камеры на зарядку. Ну, давай сейчас попробуем, как тут у них бургер. Ну, бургер как бургер. Бургер как бургер. Ну, картошечка. Стандарт. Кто кушает, друзья, тому приятного аппетита. Как говорится в пословице нашего детства, после вкусного, по закону Архимеда, после вкусного обеда полагается поспать. Нет, плавать пойдемте, товарищи. Пошел я на пляж. Посмотрю, какие лежаки свободные, и надо будет поплавать. Хочется очень поплавать, я бы даже так сказал. Еще немножечко, и приду на пляж уже. Здесь два в Кемере пляжа. Кто отдыхал, тот знает, что здесь галечный пляж, длинный, вдоль вот этих отелей пятизвездочных. И, соответственно... О, какой автодом стоит. Всех так интересует он. Что там находится? Большой. На польские номера, по-моему. Ну да. Вот сюда, а здесь песчаный пляж, притом песочек, видимо, привозной, или как-то он так сформировался, образовался. Он очень мелкий, как такое ощущение, как будто я на каких-то островах оказался, где-нибудь в Южно-Китайском море, где-нибудь в Таиланде. Очень приятный песочек, одно удовольствие. Ну вот, собственно, сейчас какой-нибудь... Здесь можно взять лежак, и можно взять, соответственно, на полотенчика просто. По-моему, можно. Ну, сейчас посмотрим. Есть люди, которые просто без лежака. Скорее всего, на территориях кафе нет. А где-нибудь сбоку можно и на полотенчика просто постелить и, собственно, купаться и загорать. Стоимость лежаков, сколько они стоят. Вообще, обзор этого пляжа я сделаю в отдельном видео на своем лайв-канале. А сейчас, друзья, купаться!
долгожданное море, купание в море. Тут диджей пришел, я так понимаю, вечером здесь будет вообще дискотека. Так, ну что, как водичка, давайте пробовать. Ой, какая прозрачная. Слушайте, теплая такая, после Анталии-то. Здесь из-за залива. Обалденски. Да, диджей? Классно. Ну, это потому, что я нагрелся на солнышке, пока гулял, вам все снимал. Ой, классно. Ну, не такая же она и холодная. Там рыбки, классно. Вот теперь это удовольствие. Фух. Ох, друзья, наплавался, вода, в принципе, тепленькая. Ну, сами видели кадры, как поныряли, там маленькие рыбки. И главное, очень классный, приятный такой песочек. Хороший пляжик. Здесь, я думаю, вечером будет вообще движуха, дискотека. Сейчас диджей пришел, вторая половина дня, уже к 3 дня подбирается, даже, наверное, за 3 уже. Сейчас можно погреться. Да, вот с этим видом. Шикарный пляж.